Первая остановка возле магазинов по улице Крымской, 182. На территории общего пользования установлены две незаконные торговые точки. Реализатор рыбы не предъявила ни одного документа на товар, а продавец раков при виде сотрудников администрации поспешил свернуть рабочее место. Не забыла, что оформить это. Мы сказали, мы оформим, я документы сдал. Торговали фруктами здесь же и тоже не соблюдая правила. Товар разложили на тротуаре. Нарушения устранены, а работа незаконных торговых точек прекращена. Та же участь ждала предприимчивого продавца хамсы на улице Ленина возле магазина «Продукты». Хамса очень вкусная, малосольная. Только о том, что нет ни одного документа на товар, продавец умолчала. Неизвестно, откуда эта рыба, как транспортировалась, складировалась и хранилась. И что было с товаром до того, как он попал на прилавок. Такая же незаконная торговая точка на улице Ленина возле сквера «Три свечи». Бочки с рыбой на тротуаре, на прилавке – мухи. Работа незаконных торговых точек прекращена. По каждому нарушению возбуждено административное производство. Подготовлены пакеты документов и направлены для рассмотрения административной комиссии, где определят сумму штрафа.